Всем привет, и вы на канале Мистер Тромблютон. И сегодня будет обзор на телефон Номи. Модель i144C, телефон 2019 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура, микрофон. Здесь у нас разъем под наушнички, под микро-USB зарядку. Вот тут вынкали снятие задней крышки. Сверху фонарик, здесь ничего, сзади музыкальный динамик и логотип Номи. Видео я поставлю на паузу, потому что заднюю крышку открывать неудобно. Ну все, телефон я открыл. Телефон поддерживает две сим-карты стандартного образца. Одна стандартная сим, а другая микросим. И поддерживает карту памяти microSD до 32 гигабайта. Вставляем аккумулятор, закрываем задней крышкой, включаем телефон. Вот телефон включается, работает, дисплейчик такой малюсенький, маленький. Да, это телефоны были необычные. Да, может, я вот и таким телефоном потом буду ходить. Контакты, пустой список, сообщения написать, входящие, исходящие, черновики, отправленные, шаблоны, широкообещательные сообщение. Служба голосовой почты. Следующий у нас журнал вызовов. Все вызовы, пропущенные, исходящие, входящие, отклоненные, удалить все. Таймер вызовов. Счетчик GPS. Инструменты. Bluetooth, будильник, календарь, калькулятор, мировое время, фонарик. Аудио. Ставьте карту памяти. Мультимедиа, видеоплеер, FM-радио, диктофон, изображение, мои файлы. Профили. Нормальный, бесшумный, помещение на улице, наушники, Bluetooth, профили 1, профили 2, профили 3, профили 4. Настройки. Вызова, телефон, дисплей, безопасность подключения. Интернет. Интернет, меню сима. Ну и все, вот такой был краткий обзор на телефон Номи i144C. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии. Ну и все, всем пока-пока, до новых видео и обзоров.